Как здоровье связано с любовью? Объясню сейчас очень просто. Если женщина раздражена, мужчина гневливый, если человек от другого человека устает быстро, если проблемы, допустим, с личной жизнью, если мужчина не может поговорить с женой, потому что у него на это нет сил, если женщина не терпит характер мужчины, потому что у нее на это нет сил, если вы утомляетесь постоянно, и у вас даже нет сил просто вместе куда-то сходить, в кино, допустим, там или что-то вместе, то у вас просто не хватает на это, на все здоровья. А здоровье берется от природы. Начните бегать, зарядку делать на свежем воздухе. Начните жить правильно, здоровой жизнью. У вас появится меньшая чувствительность, меньшая раздражительность, меньшая гневливость, больше способность терпеть, больше способность отдавать силы, больше способность готовить, в том числе стирать, убирать, потому что на это тоже нужно здоровье. Понимаете, большая способность принимать характер близкого. Это просто нужно здоровье. Люди говорят, у меня не хватает хорошего характера для того, чтобы не обижаться на мужа. И психологи начинают как бы ватрушку им втирать какую-то там. Да тебе надо то, все. Да тебе надо просто стать сильнее. И все. У тебя не хорошего характера не хватает, а силы на мужика своего не хватает. Потому что люди говорят, а зачем мне силу-то тратить на своего близкого человека, если он мне давать должен сил? А вот здесь вот фиг вам, китайская изба. Близкий человек, запомните, силы только забирает. Хоть мужчина, хоть женщина. Силы человек может получить, женщина, от подружек, от природы, от Бога, но не от мужа. Муж силы у тебя будет забирать. Жена силы может получить, то есть муж от силы может получить от друзей, от своего любимого дела, от спорта, там, от природы, от служения Богу, от молитвы, но не от жены. Приготовься, когда пришел домой, приготовься силы отдавать. Жена тебя замучает, дети замучают, теща обязательно замучает. Почему? Потому что ты у ней дочку отнял. Должен теперь. Долг отдавай. Она будет звонить. Ты долг отдал мне? Надо отдавать. Если как бы не отдашь, тогда вообще потом еще хуже будет. Потому что когда у людей плохой период наступает в жизни, их отшибает друг от друга. Если ты долг теще не отдал, что происходит? Она на себя и оп, из отношений. И все. А если теща долг отдал, тогда можешь вернуть жену без проблем, через тещу опять. Пошел к теще с любовью. Она говорит, мужу возвращайся, дочке своей. Он у тебя нормальный мужик. А женщина очень сильно слушает родственников, склонна. И она такая, ну не буду я к нему, он меня обидел. Возвращайся, сказала. Все, она пойдет думать. Представляете, как? А так ни за что она. Вот он ей говорит, возвращайся, не вернется ни за что. Мама сказала, он будет думать. Так устроено женское сердце. Через отношения она все пытается. Понимает все через отношения. Часто женщины ко мне подходят. Уже сама знает, что надо вернуться к мужу, сама знает. Поэтому подходит. Так и чуб она ко мне подходила. Знает, что ей скажу-то. Подходит. Олег Геннадьевич. К мужу не хочу возвращаться. Хочу другого себе найти. Я говорю, а надо? Она такая, поняла, пошла возвращаться. Ну, должен кто-то сказать, сама не может. Видите, отношения очень сложная вещь. Трудно сохранить, быстро разрушаются, энергия любви очень хрупкая, в судьбе у человека много испытаний. Но если он делает все правильно, тогда очень много счастья. Очень много счастья в отношениях. Это возможно. Это возможно. Для этого нужно просто это понять. Как это все работает, как жить правильно, как стремиться к счастью. Потому что жизнь означает аскезу.
Чем дальше человек хочет жить, тем больше он должен совершать эти аскезы. Если он не хочет побеждать свою судьбу, он будет стареть. Даже люди думают, ну я же еще молодая, там 35 лет. И, ну, это все зависит от того, что у вас там происходит. Если вы, допустим, чувствуете, что у вас киста появилась в организме, хоть вам 25 лет, не имеет значения. Это значит, что вы уже находитесь на втором этапе старения. После кисты будет уже злокачественная опухоль. И дальше смерть. Мы должны научиться быть счастливыми. То есть есть телесное счастье, оно, энергия счастья тела идет от природы. И мы не знаем об этом. Мы перестали понимать, как люди раньше. Вот, допустим, был такой фильм «Дерцу Узала». Кто смотрел, знает, что этот мужчина, он всю жизнь был в лесу, жил в лесу. Охотником был там, в лесу жил. И когда его дети решили забрать в дом, он вдруг начал чувствовать себя очень плохо там. Ему что-то не хватало. И он, несмотря на то, что он уже слеп, начал слепнуть, он все равно ушел в лес жить. Почему? Потому что он не чувствовал счастья, живя в замкнутом пространстве. То есть он был очень старый уже. Но он при этом был здоровый, только зрение у него страдало. Ну, то есть, мы не имеем такого ощущения, что нам чего-то не хватает в домах, в наших машинах, в самолетах. Потому что человек, в принципе, ко всему привыкает, и его старость захватывает постепенно. Вот, все люди сейчас очень больные, все до одного практически. Очень больные. Причина — это, ну, неправильная жизнь, то есть человеку не хватает энергии для того, чтобы жить нормально, и движения. То есть раньше люди, все люди очень много двигались, потому что если ты не будешь двигаться, ты просто не проживешь. Нужно было там поле вспахивать, сажать, там убирать урожай. Люди все жили в движении активно. Сейчас люди сидят за компьютером. А это означает, что энергия не движется внутри, она застывает. Поэтому уменьшаются защитные силы организма, уменьшается возможность быть здоровым. Люди психически начинают страдать. Многие дети слабоумием сейчас страдают. Количество слабоумных детей растет с каждым годом. Потому что, ну, это зависит еще от родителей. Вот если вы будете на свежем воздухе гулять каждый день, вот, подолгу, то тогда... И плюс с водой надо контактировать во время беременности тоже. Тогда ребенок будет чувствовать себя лучше, у него будет больше сил, он будет счастлив. Понимаете? Но если мать сидит дома целыми днями, то, соответственно, еще и на высоком этаже, тогда ребенок напрягается там все больше или больше, потом он рождается, и у него напряжение это сохранется. Если это напряжение в психике, то у него аутизм. А если напряжение в теле, то это ДЦП. Понимаете, эти виды заболеваний сейчас просто повально. Даже многие здоровые дети, они тоже плохо учатся из-за того, что психика очень напряженная. Я помню, меня в детстве отдали в самбо 8 лет, в секцию. Меня там гоняли, как сидорову козу. И я стал здоровым, крепким. То есть меня научили там закаливаться, научили... Я чувствовал себя отлично. То есть у меня было хорошее здоровье в детстве. Потому что родители позаботились, дали мне возможность двигаться, активно двигаться. Вот, а сейчас люди все страдают от того, что они неправильно живут. Вот смотрите, земля дает человеку спокойствие. Если человек двигается просто на свежем воздухе, и у него бессонница, он не может спать, он очень сильно напряжен внутри себя, какой-то стресс. Допустим, он стресс, если он двигается там, где деревья растут. И плюс, как бы надо понять вот этот момент, что разговаривать не надо. Правильно, то есть надо слушать лекцию, молитву. То есть нужно находиться в состоянии обмена. Понимаете, у нас внутри живет память о себе, потому что так действует судьба. Допустим, вы идете по лесу и вспоминаете свою жизнь.
Я такая несчастная, замученная, у меня все плохо, вот. Как бы никто не водится со мной, и все мои подружки пиявки и лягушки, вот. Эх, жизнь моя жестянка, а ну ее в болото. Вот, а мне летать охота. Если вы будете так думать, идя по лесу, то вы никакое лечение не получите. Потому что когда человек идет и думает о себе, то он находится в контакте с собой. И деревья никакие ему не помогут. Потому что в это время он ничего не получает ни от земли, ни от деревьев, ни от воздуха. Потому что для того, чтобы что-то получать, нужно совершить подвиг. Этот подвиг называется «отвлечься от себя». Надо заставить себя отвлечься от себя. То есть нужно настроиться на воздух, на солнце, на деревья. И вы скажете, в Челябинске все загазовано, какой воздух, какое солнце. Поймите, что и так загазовано, и так загазовано. Если вы будете двигаться, будет загазовано, и не будете двигаться, будет загазовано. Так лучше уж двигаться, чем не двигаться. Вы скажете, если я буду дышать в Челябинске, у меня все внутрь пойдет. Так оно и так у вас внутрь все идет. Я к чему говорю, что если вы начнете активный образ жизни, то у вас все будет вентилироваться, проветриваться и очищаться. Организм, когда живет активно, он сам себя восстанавливает, очищает. У меня один родственник, он очень любил мастерить мебель. Он был мебельщиком таком, очень высокого класса. До просто глубокой старости. Он постоянно целыми днями стругал, там забивал гвозди, там клеил. И постоянно, и он жил в городе, в Чапаевске, в котором загазовано в 10 раз больше, чем у вас. Вот я у вас дышу нормально и не почувствовал ни разу, что что-то загазовано. Вот. Я живу здесь, как приезжаю, ни разу не почувствовал. Вы говорите, плохой у вас, плохой воздух. Но там, в Чапаевске, кто из вас был в Чапаевске? Вы поняли, да, о чем я говорю? Там дышать просто нечем. То есть там идешь и... Вот, и он ничем не болел, этот человек, потому что он постоянно был занят любимым трудом, он постоянно двигался, понимаете, когда человек двигается, у него все прочищается, у него все в организме нормально становится, и он в результате не болеет, несмотря на то, что воздух может быть плохим. Конечно, лучше, когда воздух хороший, лучше жить там, где хороший воздух, вот, но... Даже это, то, что воздух плохой, не является причиной болеть, понимаете, допустим, или не двигаться. Допустим, я жил прямо в самом центре Москвы, вот где уж воздух хуже, потому что там просто нет этих деревьев, там на расстоянии 5-10 километров в радиусе просто каменные джунгли. Понимаете, я прямо в самом центре жил, возле Арбата, на Арбате работал, возле Арбата жил, пешком ходил на работу. 7 лет. И каждый день я или ходил пешком много, или бегал. И я чувствовал себя хорошо, хотя несмотря на то, что воздух был плохим. Люди говорят, нельзя дышать там, где плохой воздух, нельзя есть там, где плохой воздух и так далее. Понимаете, как бы это бред полный, так мыслить. Надо двигаться, нужно жить, понимаете, и организм сам очистит себя от всего ненужного. Вот это мышление, что здесь дышать нельзя, ну не, попробуйте не дышать тогда. Сколько вы сможете не дышать? 4 минуты и все, потом 3 раза ногой дерните и все, на этом все закончится. Вот. Не дышать человек не может. Поэтому нужно любить свою природу. Вот такое настроение должно быть, понимаете, у человека, когда он живет. Если у него другое настроение, то он сокращает продолжительность своей жизни. А особенно, если он находится на природе и пытается вылечиться. Нужно всех любить, нужно любить природу. И это аскеза, понимаете? Потому что в голову лезет что-то другое. Как я могу любить? В такой стране живу, такие люди вокруг окружают. Такая природа, все загазовано. Как здесь можно быть счастливым? Если вы так будете мыслить, значит, вы будете больным и несчастным.
Есть, веды объясняют, есть сознание пчелы, сознание мухи. И пчела, и муха хотят счастья обе. И насекомые счастье чувствуют через сладкий вкус. Все насекомые, муравьи, пчелы, все, как бы у них сладкое — это наркотик. Вот. И пчела ищет сладкое, и муха ищет сладкое. Но пчела, она летит к пыльце и нектару цветка, потому что это энергия любви цветка. И она ни на что не отвлекается. Вот летит только к пыльце и нектару, ее больше ничего не интересует. Больше того, веда объясняет, что когда лотос захлопывается ночью, а пчела там осталась, она даже не замечает, как ночь прошла в отношениях с этим пыльцом и нектаром. Когда опять распускается, она летит назад отдавать это все пчелам. Когда она устанет, уже залетается, вот, она остается в улье и начинает сама есть этот мед. И она вся как бы в нем облипает, у нее все крылья в этом меду. И вот она лежит-то вся такая в меду, ее пчелы облизывают другие. И она опять лежит, летит. Так вся жизнь пчелы проходит. Только любовь и мед. Любовь и мед. И все. Теперь муха, она тоже летит как бы за сладким вкусом, но по дороге она видит бардак, видит там кучи, такой бардак лежит. И она туда залетает, и всю жизнь в этом бардаке, и там у нее опарыши заводятся, и все. И вот она так, надо же разобраться в этом вопросе, понимаете? И вот она всю жизнь разбирается в этом вопросе, понимаете? И вся в этом Г живет потом всю жизнь. И поэтому у человека есть выбор, или он в Г живет, и разбирается в этом вопросе всю жизнь, или он все-таки учится видеть чистоту других людей, чистоту природы, красоту. И веды говорят, именно в этом и заключается смысл человеческой жизни. Потому что когда человек учится видеть чистоту, глубину, красоту всего, что его окружает, тогда в этом случае он, несомненно, и помочь другим может, потому что он наполняется этой силой. Ну, допустим, чтобы помочь ребенку, надо принять его судьбу сначала, принять, что он такой, и потом по-доброму начать его менять. Или даже строго, с любовью, не имеет значения. Все равно для этого нужна энергия доброты. Но если ты его мучаешь, кричишь на него, злишься, это значит, что ты просто не можешь ему помочь, и только хуже ему делаешь. Почему ты так делаешь? Потому что ты не знаешь, как правильно. Правильно — это брать силы у Бога и отдавать их людям. Брать, а силы брать у Бога только можно, если ты любишь этот мир. Понимаете, вот, допустим, ты едешь в дороге. Люди едут в дороге. Когда же я приеду? Они тратят силы в этом. Вы даже не представляете, как сильно человек расходуется в это время, когда он так себя ведет в дороге. Это преступление перед своей жизнью. Понимаете, как надо себя вести в дороге? Вот так человек должен быть настроен, понимаете? Надо учиться видеть чистоту, красоту во всем. Хоть ты едешь в дороге, хоть что, учись, люби людей. Не обращай внимания, если видишь что-то злится, отворачивайся от него. Не контактируй с этими людьми, они вытягивают силу у всех. И сами страдают от этого. Злость означает нежелание жить. У нас есть выбор. Одни люди не хотят жить, другие нет. Вот женщина, допустим, она говорит, я очень сильно болею, нервная система болеет. Но она болела 3 месяца назад намного сильнее. Она начала жить правильно. Через 2,5 года она вообще будет намного-намного лучше. Почему? Потому что она выбрала путь победы. Понимаете? Часто люди даже не знают, как победить судьбу и страдают. Но сейчас я вам даю это знание. Я вам объясняю, что здоровье человека зависит от аскезы. Но аскезу надо совершать правильно. Я когда начал бегать, я бегал очень медленно. У меня не было сил, ну как бы не было здоровья бегать быстрее. Я бегал всего 500 метров. Я ничего себя не заставлял. Я чувствовал, 500 метров пробежал, и не могу уже. Все, хватит. И я бегал каждый день. 500 метров можно каждый день бегать. Потом дальше, когда я начал бегать 5 километров, это постепенно увеличивалось естественным образом. Когда я начал бегать 5 километров, я начал бегать через день. Потому что организм уже не успевал восстанавливаться. Сейчас, когда я бегаю 15 километров, я бегаю раз в 5 дней уже. Но когда я начал бегать больше 15 минут,
то с этого момента у меня началось лечение в теле. Как это ознаменовалось? Чем? У меня начало болеть правое колено. И когда я бегаю, оно не болело. А когда я пробежал, часа через 3-4, потом раз, колено начало болеть. Ну, ничего себе. Ребят, спрашиваю своих знакомых, говорю, так бегать нельзя, тебе стираются суставы. Надо ходить с палками. Я говорю, ладно, давайте пойте свою песню, а я буду свою петь. И продолжать начал бегать. Потому что бег — это самый естественный способ движения. Нет. Бег — самый естественный способ движения. В это время, когда человек бежит, он забывается. Он входит в такое состояние полусонное, такое чистое, светлое. То есть это включается где-то через 15 минут бега. То есть человек как будто бы вот как плывет, понимаете, когда он бежит. То есть он попадает в такое состояние лечебное. Есть даже, я прочитал Священное Писание, что были такие йоги-бегунцы, их называли. То есть они, это вид йоги такой, то есть они ночью спали и бежали во время сна. И они во время сна пробегали до 100 километров. То есть они не спали, вот как мы спим. То есть они все видели, но у них сознание было такое расслабленное, спокойное. И вот он бежит, бежит, бежит. И они жили очень долго. Все жили больше 100 лет. Понимаете? Потому что они все время двигались, и у них обмен веществ очень сильный был. И все ненужное в организме через результате этого движения. Почему? В чем наша проблема? У нас в организме накапливаются ненужные вещества. А вывести организм не может, потому что не хватает энергии для этого. Но если человек двигается, у него энергия вырабатывается ненужная для того, чтобы выводить все ненужное. И организм сам знает, что ему выводить. Сейчас люди думают, что надо как-то вот натравить на организм, на этот сустав там или еще что-то. Организм сам знает, что ему лечить. Вот у меня организм сам знал. Сначала начал лечить правое колено. И у меня такая тревога внутри. А вдруг она будет сильнее болеть. И у меня колено болело полгода. Потом раз и перестало болеть. Вот это уже мои товарищи не могли объяснить, которые мне объясняли, что у меня стираются суставы. Потом дальше, как только прошло болеть правое колено, начало болеть сразу два бедра. У меня когда тазобедренные суставы не болели. Я как будто на костылях такой хожу, у меня тазобедренные суставы болят. Полгода болели тазобедренные суставы, и прошли. Потом начало левое колено болеть, потом сердце отболело. А сейчас пробегаю 15 километров, ничего не болит. Все. Все пролечилось, отболело. И постепенно организм начал худеть сам. Я никогда не худел в жизни. Всегда по чуть-чуть поправлялся. Даже если я постился подолгу, я не худел. Но как только я начал бегать, я начал худеть. Организм сам выбрал себе нужный вес. Он как бы работал. Сейчас вот он дошел до определенного состояния, больше не худеет. Все. Точку поставил. Ему не надо уже худеть. Понимаете, о чем я сейчас вам говорю или нет? Нам не хватает желания жить. Мы просто не хотим жить. И мы не знаем, что такое жить. Есть психическое состояние жить, а есть физическое состояние жить. Психическое состояние жить — это принимать судьбу и заставить себя принять все, что ж Бог мне дал. Мою жену, моих детей, моих родителей. Все принять надо. Это называется жить. Это значит уметь любить. А если они делают глупости, надо еще уметь прощать. Это тоже жить. Вот взять, переварить все эти глупости, понимаете, это означает жить. И потом, когда ты их перевариваешь, они, близкие родственники, начинают исправляться.